Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я вам звоню по поводу одной собаки. Может, вы в курсе уже ее, я не знаю. Это адрес, я вам сейчас скажу, Дичибал, 93 или 94, это частный сектор. Так, не кушать. Это как ехать на бал напротив Стилуц справа. Это породистый пес, очень красивый. Так. Походу его выбросили, он уже неделю лежит возле ворот. Лапа поломанная или вывернутая, я не знаю. Он переходил дорогу и хромал. Но лежит вот под воротами. В 9 утра он там 100% каждое утро лежит. И вот сейчас, когда я в 4 еду с работы, он тоже там лежит. Обычно вот в это время он лежит там. Очень красивый, но он лапа поврежденная, он уже, задняя лапа худая, видно, что он не ест. Металлические такие ворота, и он прям с воротами. Пожалуйста. Хорошо, спасибо вам за информацию. Спасибо вам. До свидания.